Перед входом в море река дрожит от страха. Притча. Чтобы дойти до моря, река прошла испытание. Спустилась с гор, преодолела пустыню, лес. Она мягко обходила каменные валуны, превращалась в снег, иногда жесткий лед, испарялась и затем снова обретала мощь потока. Это удивительная история. И впереди у реки так много неизведанных приключений. Blockchain Capital молниеносно и успешно ворвалась в индустрию блокчейна. Компания накопила колоссальный опыт, прошла путь. К нам присоединились удивительные партнеры, лидеры. Это сильные, добрые и целеустремленные люди. Мы доказали миру, что умеем ставить цели и достигать их. Результат очевиден. Нам могут позавидовать самые успешные. Главный секрет нашего процветания прост. Мы создаем и продвигаем изделия на блокчейне, которые приносят пользу обществу и людям. Мы прошли путь становления и формирования, обрели интеллектуальную и финансовую мощь, успешный опыт. Впереди нас ожидают еще более интересные и достойные бизнес-приключения. Второй секрет в том, что мы идем в ногу со временем. Все меняется, все движется. Невозможно ни на что опереться. Кто был богат и преуспевающим, тот обеднел. Кто был беден и беспомощен, становится влиятельным и богатым. И все дело в том, что знания и опыт быстро устаревают. Что вчера работало хорошо, сегодня не действует. Мы все нуждаемся в знаниях. Есть третий секрет. Базовые семинары компании Blockchain Capital. Это особый секрет. Во-первых, базовый семинар – это источник обоснованной и правдивой информации. Это жизненно важно для каждого, особенно в начале пути. Во-вторых, на базовых семинарах формируется новый опыт и новые уникальные знания. В-третьих, базовые семинары – это естественный отбор людей. Успешные люди всегда остро нуждаются в знаниях. Они понимают жизненную необходимость новых знаний. Успешные люди не ищут причину, чтобы пропустить семинар. Они ищут возможность быть там. Будь внимателен, будь очень осторожен. Когда исчезает внутренняя потребность в обучении, возникает опасность. Жизнь беспощадно уничтожает все старое и ненужное. Многие пытаются найти необходимые знания в интернете. Советуются с друзьями и знакомыми. Это не просто заблуждение, это величайшая глупость. Знания всегда были самым дорогим сокровищем во все времена. Знания всегда стоили больших усилий, больших денег и даже риска. Знания – это карта острова сокровищ, при помощи которых человек становится богатым, влиятельным и впишет свое имя на многие поколения своей родословной.